Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы в Всадники Олха. 16-й день, забираю 30 рун. Так, сегодня будем продолжать проходить события, но сначала, как обычно, заберем наши все эти награды. Все наши ресурсы, которые добывают у нас дракончики. Так, шепот смерти, крылатый ужас, дымодышащий. Ну и пошли ресурсы, даже 20 железа нам подкинули. Так, это я, наверное, посмотрю попозже чуть-чуть. Давай-ка мы вначале заберем наши ресурсы. Так, слушай, ветрокрыло, ты... Ага, не хватает, я понял. Потерпим. Оу, как раз, ребята, эти шлемы мы с вами и ищем. Надо же, я удивлен, что из колодца выпал именно шлем. Не что-нибудь. Так, ну что, с этими, наверное, тоже давай быстренько расправимся. Отправим их на задание. Нечего им здесь дурковать. Пускай продолжают искать. Тушение пожара, например, бесплатно делать. Так, а кривоклык у нас полетит. Куда он у нас полетит? Наладить контакт он с кем-то хочет. Ладно, пускай налаживает. Так, Громгильда. Клыка Крив, а что там Клыка Крив? Ладно, неважно, пускай летит. Ну-ка, блин, ну зачем эта ракушка? Ракушка — это ерунда. Не это мне нужно. Так, здесь я обменивать ничего не буду, потому что мне жалко моих рун. Поэтому я не буду ничего тут менять. Так, а вот здесь вот... Здесь у нас все отлично. Так, и этот еще принес мне железо. Прекрасно. Так, с экзотический шепот смерти получил уровень. Давай мы его, наверное, дальше будем прокачивать. Пускай летит. Давай, ребята, тоже летите за древесиной. Так сказать, за важным для нас ресурсом. Так, а это... Ага, вот он. Так, пускай дальше идет. Крылатый ужас. Что он там нам? Кстати, у него 107 уровень. Мы хотели его прокачивать, да, по-моему? Да, хотели. Дорого стоишь ты, гаденыш, а? Ладно. Конечно же, очень много нужно рыбы. Это и ежу, понятно? Так, добудьте 262 миллиона древесины. Так, ну что ты мне принес? Давай, 3? Ну, конечно же. Берут самую плохую награду и выдают тебе. Самую плохую награду. Так, давай-ка мы найдем фонарь. Вот он. Так, дальше у нас пак, я так понимаю, созрел. Шторморез, крылатый ужас, злобный змеевик. И следующий сразу на открытие ставим. Здесь приберем тусклый янтарь. Точнее, блестящий янтарь, конечно же, блестящий. И еще поставим на обменочку. Так, эти что мне тут принесли? Понятно, треска и тусклый янтарь. А ты что? Мухоморы и тусклый янтарь тоже. Так, допустим. Теперь давай отправлять нашего беззубика. А нашего беззубика будем отправлять на поиски, ну, соответственно, 20 шлемов, ребята, нам еще нужно. 20. Да. И это только чтобы первое задание выполнить. Я немножко в шоке. Ну что, получим, наверное, сейчас царапалок. Сколько там нам штук? 500, по-моему, должно выдать. Если я не ошибаюсь. Ну-ка, давай. Да, 500. Ну что, ребята, 500, это уже получается 7300. 10 дней у нас до конца сезона, получается. И... А нужно нам... 8800, блин, это еще почти 2000, ребят, округлим, да? Получается 2000 нужно нам еще, блин, это как бы много получается. Так, ты полетишь у меня, опа, вот так вот сделаем. А, у меня же эти еще тут стоят, грустят, блин, 180 лямов, обалдеть. Так, кто-то мне про цыпу сказали, не ледоцыпа, а обычная цыпа. А обычная цыпа у меня, по-моему, ребят, даже здесь и не стоит. Она... Вот есть лоба.
Есть. Вот так. 89 уровень. Да, надо прокачивать, ребят. Так, 89, тут 84 уровень. Обязательно нужно прокачивать. Нам еще не хватает там сколько, по-моему, 8, да, 8 драконов, насколько я помню. Ну что, ребята, вроде бы это мы сделали. Давайте-ка мы продолжим проходить с вами угроза злобные вандалы. 5 энергии сегодня потратим. Я думаю, продвинемся довольно неплохо. И уже в следующей серии допройдем события это полностью. Сегодня все будет коротко, так как, ребята, мне надо уже, ну, грубо говоря, с работы пришел, надо уже, честно говоря, спать ложиться, но... И я решил сделать для вас видосик. Если получится, возможно, я еще и черепашки сегодня поиграю. Но выкладывать уже видос, наверное, скорее всего, буду завтра. Так, ну что, первая волна довольно легкая, потому что там один противник. Опа, опачки. Так, парящий прихвостень, иди-ка ты знаешь куда? Подальше. Ты нам здесь не нужен, мы тебе не рады. Лично я ему не рад. Может быть, из вас кто-то рад? Но только не я. Промахнулся, это хорошо, кстати, было. Этого мы шваркнули. Давай, наверное, сюда сделаем. Так, и они сейчас будут вдвоем ходить. Ё-моё. Вот он жесткач, а? Ты видел, что он сделал? Тогда он за это получит. Так, пробиваем здесь броню. Интересно, он будет барсика бить или нет? Конечно, будет. Но это последнее, что он сделал. Потому что мои ребята уже его сейчас запинают. Вот и все. Крутим колесо и забираем рыба. Отлично. Рыбка лишней не бывает. Тем более в нашем положении, когда нам нужно прокачивать наших драконов. Ну что, у нас идет обычный поединок, после которого мы с тобой заберем пак. В принципе, меня устраивает. Так, музыка куда-то опять исчезла. Так, лаварыга я трогать пока не буду. Начнем сразу с громобоя. Так, это у нас получается, они оба стражи. То есть будет оптимальный, это, конечно же, кривоклык. Он их любит щелкать, как орешки, потому что он имеет классовые перед ними преимущества. Так, ну что, громобой, в принципе, уже все, не жилец. А лаварык, ну, лаварык, он в Африке лаварык. Единственное, что, конечно, это только первая волна. И еще будет вторая. Понижаем броню, это естественно. Раз, два, сейчас кривоклык его кусанет. Так, и должен хорошо кусануть, в принципе, нормально. И пробиваем. Вторая волна. Здесь у нас тройной удар, шторморез и костолом. Само собой, начнем, наверное, с тройного удара. Хиляться стоит. Да, давай, наверное, хильнемся. Хоть у нас, правда, и хп здесь довольно много было у всех. Можно было бы, конечно, не тратиться, но... Вот сейчас бы, конечно, не помешал бы отхил. Так, ну этот будет, как всегда, барсика бомбить. И он, ребят, какой-то вот неровно дышит костолом именно против нашего... Барсика. Так, сейчас будем за счет отхила уничтожать. Так, и заодно, как ты видишь, мы хильнулись. Все, ну что, косолом, походу ты допрыгался, энергии у тебя мало. А мы сейчас сделаем три атаки, да? Первая атака, дальше понижение. И чуть-чуть не хватило, совсем немножко, но все равно он ничего не делает. Ну, он ударит нас, минималку хп отнимет, а тут уже добивка подоспела. Вот как-то так. Ну что же, очередное колесо мы крутим, и здесь уже выпадает нам древесина. Обожаю, когда выпадают такие крупные суммы, а не то, что там 35, 45, 75, и содержит новичков. К сожалению, содержит новичков, но что ж поделаешь. Новички так новички, шторморез, шепот смерти, костолом, и все. Погнали, это у нас получается еще два поединка, да? Два поединка, то есть мы с тобой еще до рун успеем даже добраться. Так, громорог пускай стоит, начнем с пристиголового. Да. Громорог еще к тому же зелень, это у нас страж. Так что мы пока его не будем трогать. Будем разбирать именно пристиголового, потому что это у нас хитрый. Мало того, что он хитрый, так он еще и очень больно фаерболами бомбит. Что он, в принципе, наверное, сейчас и сделает. Не упустит такой возможности, конечно же. Так, ну, громорог сам по себе, ребят, ничего сделать не сможет нам. Так, я понижаю ему защиту, так как это страж. И уже начинаем потихонечку его бомбить. На следующей заходке ему, в принципе, кранты. Поехали. Но это только первая волна. Давай, наверное,
Да, давай хильнемся, потому что нужно хп восстановить. Здесь у нас злобный змеевик, громель, ну и, как обычно, шторморез. Поэтому я попробую сейчас злобного змеевичка наказать. Возможно, мы потеряем барсика. Есть такой шанс. Давай, наверное, все-таки вот так сделаем. Да, ребят, скорее всего, потеряем. Ну и фиг с ним, это последняя волна, ничего страшного. Еще вытворяет. Если мы сейчас громоли с тобой ушатаем, нам со шторморезом будет намного проще, ребят, справиться. Такс, а этот шторморез тоже у нас может хиляться через массовую атаку. Поэтому как бы в моих интересах его опередить. Вот и все, в принципе, ему крышка. Давай-ка крутнем. Так, и опять выпадает нам древесина. Древесиночка выпала. Так. Это у нас мини-босс получается, да, сейчас будет? Сколько древесины? 596. 596, значит, мы можем сделать... Так, подожди. Кого же я хотел? Так, ты-то у меня в конце концов будешь становиться титаном или нет? Нет. Самый, ребята, долгий и вредный, по-моему, дракон. Все, он в отказке идет. Ага. Блин, как же ты дорого-то мне стоишь, а? Ребята, он мне так дорого обходится. 80, так, 52 миллиона. Мне вот проще, наверное, вот так вот сделать. Лети. 90 уровень, да? А здесь расширить академию уже надо. Хвостояр, у тебя там что, 31 уровень? Тройной удар тоже там имеет 34 уровень. Давай, лети за рыбой. Так, змеевик у нас уже все прокачан, да? До 112 уровня. Что же, это приятно осознавать. Так, лети-ка ты за древесиной. Может быть, конечно, стоит нам, друзья, наших вот этих вот прокачивать. Основных наших драконов, которые летают у нас везде там в путешествиях. Да, скорее всего, я об этом подумаю. И, наверное, нам надо будет этим заняться. Так, ну что, давай возвращаемся. Нам нужно еще победить мини-босса, забрать руны. И потом еще на один последний поединочек заглянуть. И можно будет уже, в принципе, закругляться. Потому что сделать больше мы ничего не можем. Единственное, конечно, грустно то, что мало мы сделали сегодня ежедневок. Вот это да, немножко меня как-то угнетает. Хотел получить побольше вот этих вот выполненных заданий. Но видишь, что успел сделать, то успел. Так, добьем? Отлично. Так, ага, этот громобой-то у нас, ё-моё. Ребята, этот громобой у нас усиленный, поэтому надо его шваркать. Быстрее. Не позволять ему применять массовую атаку. Ты смотри, что вытворяет, а. Так, ну что, поехали. Раз, красавцы. Так. Неужели сейчас... Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас завалят. Ё-просоты, ребята, а как нам быть? Ой-ой-ой, я что-то не подумал. Блин. Ух ты, блин. Ну что, я могу, знаешь, что сделать? Вот так вот пока. Посмотрим, кого он будет сейчас бомбашить. Туда-сюда. Что-то как-то разносолочку он разыграл здесь. Раз-два. Так, тройной удар сейчас будет что-то шпилякать. Допустим. Допустим. Так, он сейчас два укуса сделает сюда. А, он так вот сделал, да? Он себя еще и усилил. Тратим грушу. Раз-два. Так, а слепоту я не успею, да, повесить? Не, на самом деле я успею повесить. Давай. Шваркой своего кореша.
И вот теперь нам надо, ребята, сделать усилия. Вот как вот так вот можно было лопухнуться, а? Скажи мне. На каком-то несчастном поединке мне пришлось потратить 2 прилива сил и 1 грушу. Вот такие вот бывают пироги. Смотри, как жестко бьет. Ну, благо мы выиграли. Так, крутим колесо фортуны, надеюсь. Да, фортуны. Потому что нам выпадает древесина. У нас, кстати, древесинка вообще по фулке. Можно даже кого-то отправить на поиски железа. И забираем 75 рун. Так, после этого мы идем на обычный поединок. Это получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. Как-то не вяжется. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Интересно. А почему 6-то поединков? Не успела, что ли, энергия откатиться? Или что? Должно же быть 15 поединков, но никак не 16. А 15 это по 5, если брать. То есть 3 заходки. Что-то странное, конечно, не пойму, ребят. И не мог я просчитаться, все у меня правильно должно быть. Так, ну что, пристеголовый, давай. Ну понятно, куда ты бьешь. А ты куда будешь бить? Сюда, в барсика. Ну что, хлопнем этого тогда. Видишь, не хоть... Ой-ой-ой, как ты, блин. Что ж ты вытворяешь, а? Давай хильнемся, наверное. И, в принципе, громобоя мы сейчас... Нет. Нет-нет-нет, ребят, не уничтожим. Сейчас будет массовая атака от него. Так, ну ты видишь, что он вытворил. У нас, к сожалению, ребят, никакой возможности нету ни бафнуться, ни хильнуться. И, скорее всего, шторморезы сейчас добьет. Ха, ты прикинь, он промахнулся. Он, ребята, промахнулся. Тогда мы делаем вот так вот. И теперь спокойненько его уничтожаем. Потому что он под слепотой будет 2 хода делать. А я думаю, что мы его за 2 хода разберем. Потому что следующий раз удар будет у нас делать кривоклык. И... Да, шторморез добивает его. Вот и все. А, блин, вот. Какое вот и все, друзья. Какое вот и все. У нас еще. Вот это я лопух. Опять же лопухнулся, ребята. Да как же так-то, а? Я просмотрел. Ребята, я просмотрел, что у нас была только первая волна. Вот такие вот бывают дела. Ну что, давай попробуем сделать так, наверное. Что-нибудь он... Ты посмотри, ну ладно, хотя бы так. Да хорош. Воу-воу-воу-воу. Блин, я хотел сейчас. Ну, в принципе, можно успеть. Давай так вот сделаем. А этому только. Да что ты, его не добил? Твою дивизию. Давай так сделаем, значит. И вот так. Вот это да, вот это я попал, ребят. И не добил еще. Сейчас опять свою эту шипнет. Смотри-ка, нет, не шипнул. Тогда не будем тратиться, будем сейчас, ребята, атаковать его. Потому что все равно он уничтожит своего этого куриша. И усилился при всем при этом. Сейчас барсика, наверное, покромсает. Да. Я не удивлен. Но зато мы здесь победили. Ну и что же ты нам тут подкинешь? А подкидывает он нам рыбу. Замечательно. Так, ребят, ну что, с аренушкой, точнее, с событием на сегодня мы заканчиваем. Так, древесину. Древесину мне надо потратить. Кто у нас хочет потренироваться? Так, ты за рыбу. Ты за рыбу. Ну, в принципе... пошел этот у нас обучаться. Так, древесина дофига. Давай, наверное, кого-нибудь отправим. Так, это будет у нас
Да. Пускай летит. Пускай летит. За железом. Железо нам пригодится. Это уж точно тебе говорю. Рун. Руны не хватает. Ну, вроде бы как и все. Так, а это что у нас такое? Не знаю, ребят, что это за событие какое-то будет. Видимо, в скором времени открытое. Ну что, ребята. Наверное, все на сегодня. Победите 5 драконов в схватках. Посмотрите ежедневное видео. Так, а, видео, я же забыл, ребята, точно. В общем, ребята, я посмотрел рекламу, но вот написали мне. Нет доступных видеороликов, то есть награду мне не дали. Обманщики несчастные. Ну что, тогда на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.